Доброе утро, мои хорошие. Как у вас дела? Как у вас настроение утреннее? У меня просто замечательное. Собираюсь вот позавтракать и пойти погулять. Сейчас, секунду. У меня с утра моя, в моем суперковше моя суперкашка. Сейчас я ее подогрею. И будем кушать, завтракать. Чайничек еще надо поставить. Кашу у меня никто не ест, кроме меня. Так что, как-то так. И чайничек поставим сейчас. У меня печенье злаковое какое-то там с трубями, короче. Еще есть батончик мюсли 100-летней давности. Я, наверное, его тоже сейчас сожру. Печенюшки со трубями. Сделала себе новый причесончик. Буду секси бейба. Секси бейба, блин. Господи. Да. А как вы думали? Конечно. Положу две таблеточки стевии. Да. Так, возьмем чай. Вы у меня, короче, стоите на чае. На коробке из-под чая. Чтоб повыше было. А у меня вот Пашка подогрелась. Кашка подогрелась, утренний влог начинается, настроение отпад. Будем кушать кашку, бананов нет, бананы сожрали, а жаль, очень жаль. Овсянка, сэр, будьте любезны, приятного вам аппетита. Самая полезная каша – это овсяная каша. Пока муж свалил, короче, в гараж, надо записать влог. Сегодня у него спрашивают такая с утра. Хвастаюсь, я говорю, смотри. Я говорю, у меня подписчики расти начинают. Типа такая радостная. Такая, ты рад за меня? Он такой, да. Я говорю, ты поддерживаешь меня? Он такой, да. Ну так приятно стало. Серьезно, это очень приятно. Когда близкий тебе человек тебя поддерживает. В твоем начинании, да? Тем более это как мое хобби. Что это за косяк? Вот что это вот это вот такое? Что это за свинарничество? Что? Что за хрень? Это я так вчера ела, что ли? Что? Я, наверное, салат так ела вчера, да? И стою бичара с пятнищем. Да и прямо. Кто говорил, и так сойдет, да, в мультике? Вовка, да, где-то там, в 39-м царстве. И так сойдет. Я проснулась уже давно. Ходила-бродила. Все без очков? Я не знаю, что я без очков. Где мои очки? А где мои очки? Я же с ней пошара. Вот мои очки. А то есть стою, короче, я же слепошара. У меня вообще, ребята, зрение минус 2. Я слепая курица. Чайничек закипает. Слушай, это не моя кружка. Где моя кружка? Я туда уже таблетки кинула. Ну ладно. Чайничек закипел почти что.
Так что вот так вот, ребятки мои, котятки мои. Знаете, еще бывает косяк, когда чай, короче, наливаешь этот, с этими чайными гондонами, да? Ну, вот эти вот. Я их называю чайные гондончики. Вот эти вот. Вот эта вот херня, когда наливаешь чай, она постоянно падает прям в кипяток. И приходится лезть туда, доставать это все. Ну, уже все растворились на таблеточке. Таблеточки мои, все, чаек налит. Кашка почти уже залетела. Время 9:30. А я только начала завтрак. Проснулась в 7:00. Занималась всякой херней. Пока глаза накрасила. Зачем-то одела джинсы. А, ну я же, блядь, собралась. Ха-ха, я уже забыла. Маразматичка. Вроде еще не старая, уже маразм. Маразм крепчал, да? Так, вот эту штучку. Тут ее... Короче, моя дочь уже тут отгрызла, да? Я тут... Да, ну конечно. Уже откусанный кусочек. Это дочь постаралась. Угу. А еще вчера мне такая, мам, ты будешь это есть? Я говорю, да, буду. А вы не трогай, нормально. О, господи, вот зря я это там. Она сладкая, я еще, короче, стевии две таблетки кинула, не. Я лучше свои вот эти печенюшки, вот эти вот, с отрубями. Угу. Они будут полезней, вкуснее. У нас, короче, у дома проснулись колотун. Дубарь, блин, на улицу, ой, на балкон выхожу, дубарь. Холодно. Бушковое лето начнется только в сентябре у нас, в следующей неделе. Потом подниму свинья. Это пятно, конечно, это вообще. Какие у меня сегодня планы? Даже не знаю, чем заняться-то сегодня. Я не знаю, чем мне заняться, понимаете? А я вот сижу, занимаюсь такой ерундой. Вот нечего делать, вот на YouTube залезла. Может быть, получится. А может, не получится. Кто его знает? Как карта ляжет, да? Я стараюсь. Буду стараться, конечно. Вот это пятно вообще меня напрягает. Я как бичара стою, короче, тут. Представляете, только сейчас вот заметила. Смотрю на себя, стою и вижу вот эту вот херню. Вообще красота, да? Воскресенье, представляете? Я думала понедельник. Просыпаюсь, глаза открываю. Сегодня что, понедельник? А, сегодня воскресенье. Скоро и года забуду, какой год вообще на этом, на улице.
День сурка каждый день. Ну да, принять ванну с утра, выпить чашечку кофе, да? Только у меня чашечка чая. Ванну с утра я приняла уже, душ. Ну вот я наделась. Три печеньки, кашка. У меня еще на завтра кашка осталась. Отвалю себе этот ковшичек. Мне на 3 дня хватает. Каждый день с утра покушать. Потом опять валю. Только я уже чередую. 3 дня ем овсянку, 3 дня ем рис. Овсянка, рис, овсянка, рис. Чтобы одно и то же, знаете, уже здесь не встало, короче. Ой, ну все. Мое доброе утро с вами прошло просто замечательно. Спасибо, что позавтракали со мной, попили со мной чайковский. Всем удачного и хорошего дня.